Уважаемые болельщики, спортсмены, зрители, соедините, пожалуйста, с бортами, займите места на трибунах. Пошел! Андрей, работать под батом! Спортсмены, освободите татами. Еще раз повторяю, спортсмены, освободите зону безопасности, сойдите с татами. Победу держал Петросян. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Подойдите, пожалуйста, сюда. Я вас официально уверяю, с таким поведением к вам применятся меры. На данный момент готовится за категорию 46 килограмм Тагиров Насиров. Да, еще.
Каким подхватом? Победу одержал Мишкин Матвей и завоевал золотую медаль весовой категории до 60 килограммов.